сейчас спокойно можно снимать даже возле кафешек. Ну и раньше я могла снимать, но постоянно музыка мешала, толпы людей. А сейчас мы хотели вообще посмотреть, работает ли, как он называется, ну где чехлы всякие для мобилок, штучки. Но, ну как вчера, я думаю, так, закрыто, может, проверим. И в итоге смотрим снижение в одном магазе. Ну понятно, что качество фуфло. Но опять, с другой стороны, и даже в обычных магазинах, где-то все, знаете, под контролем, и не факт, что купишь и будешь носить, и что оно будет очень-очень типа классное. Но я не, вообще не про это хотела, как всегда, рассказать. Просто я начинаю издалека историю. Дело в том, что, подождите, вчера смотрела в Инстаграме приколы такие, когда, например, люди знают несколько языков, там типа неловкие ситуации разные, вот они между собой там говорят, ну хорошо, если ничего плохого там или обидного. Просто смешные там получаются какие-то истории. Ну и мы сейчас заходим, но тихо, с дочкой разговариваем, как бы ничего там плохого такого. И мне приходится постоянно туда-сюда переключаюсь за музыки очень громкой. Некоторые кафе все-таки работают, цены вообще не спускают. Так вот, мы зашли на эту бутик, этот так называемый бутик. И... ну, общаемся с дочкой между собой про кроссовки, там обсуждаем, что ей надо, что не надо. И продавец, я могу вам помочь. Вроде на хорватском сначала, а потом на чисто русском. Вот смотрите, у нас там вот кроссовки такие. Ну, как не на чисто, конечно, но у него минимальный акцент. И прям классно говорит. И я такая, о, мы с дочкой такие, о. Ну, я ему по-хорватски стала говорить, потому что смысл, чтобы он напрягался, если я как бы без проблем могу, да. И в итоге у него там было две пары кроссовок за 100 куна. Ну, это вообще, конечно, супер цена. Ну, как бы можно сейчас найти такие по снижениям, по скидкам, там, когда одна пара или еще что-то. Ну, в общем-то, нормально. И футболки были также, многие вещи летние, 100 куна. Вот видите, как здесь отделывают снова. Это продолжили стройку. Футболки также за 100 куна, две штуки. Они так аккуратно. И многие вещи 30% скидка. Например, у других по 20. Купили дочке кроссовки. У нее вышли они 126 куна. Ну, покажи, малявка. Да. Сейчас я только что ноги мочила в море. Она в этих, в открытых сандалетах. Теперь вы это, в кроссовки переобулись уже сразу. Но можно сказать, что 126, ну, 30%, сколько там было они? По 200, например. Неплохие, даже говорю, если подерешь их, черт с ними, будешь перед домом футбол играть, гонять, потому что резервных у нее все равно нет. Сейчас только там очень теплые зимние. Короче, вот такие вот дела. Туристов много, видите, там прошла целая демонстрация по городу, по кафе еще сидят в центре. Мы заходим везде, ну как везде, ну никто не смотрит, одеваем мы намордники или нет. У мужика зашли, вообще пофиг, у него самого нет. Люди так выходят, я не знаю, если вот с 1 числа будут ставить ограничения, ну, пусть ставят, конечно, но у нас лето прошло без всяких там страшилок и боялок. Вроде сейчас ситуация нормальная. По заболевшим что-то там 47, что ли, писали, может, меньше. С тяжелыми случаями очень мало, так что не знаю даже. А, я сейчас зайду, наверное, в аптеку, куплю... таблетки мне нужны, как раз уж мы здесь. Не знаю. Возможно, прогуляемся еще в другую сторону, на другие пляжи. Хотели сегодня часов до 6. Интересно, так люди некоторые в куртках теплых. Но на самом деле очень душно. Я в коротких штанах, голые ноги и футболка летняя. И мне душно. Некоторые до горла застегнуты.